Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре набор инструментов от компании Thorvik. Код или артикул товара UTS-0094. Набор на 94 предмета. Thorvik — это тайваньский бренд. Бренд профессионального инструмента. Начнем мы с комплектации набора. В наборе 94 предмета. Трещотки на 45 зубьев, 2 трещотки идет под большой квадрат, 1/2 и маленькая под 1/4 дюйма. Реверс, быстрый сброс, трещотки прямые, рукояты комбинированные, пластик, резинопластик, черные вставки. Удобно лежит в руке рукоятка, то есть такие вот выемки под пальцы. Надпись на трещотках, логотип Thorvik, код товара. И CRV, это Chrome Vanadium сталь. Трещотки 45 зубьев. Длина трещотки под 1/2 дюйма 255 мм. Маленькая трещотка 145 мм длиной. Два Т-образных воротка под 1/4 дюйма 110 мм. И под большой квадрат 1/2 дюйма вороток 250 мм. Если вы снимаете переходник, получаете удлинитель 250 мм под 1/2. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Такая вот универсальная конструкция идет. И еще один у нас удлинитель под большую трещотку 125 мм. То есть два удлинителя 250 и 125. И два удлинителя у нас под маленькую трещотку 50 и 100 мм. По два удлинителя на каждый рабочий квадрат. Два кардана. 1/4 и 1/2. Карданы скреплены металлическими вставками. На каждой единице инструмента, что в наборе, есть номер по каталогу, логотип Thorvik и указание CRV, Chrome Vanadium сталь. Две свечные головки на 16 мм и 21 мм. Внутри резиновые вставки. Набор Г-образных ключей шестигранных. Три ключа. Верточная рукоятка 150 мм. Ручка полностью пластиковая. Есть присоединительный квадрат. Сюда вы можете подсоединить трещотку или вороток. В данном случае одеваем вороток. Данная отверточная рукоятка применяется в наборе. Или вы одеваете сюда головки под 1/4 дюйма, то есть для труднодоступных мест где-то подлезть, или одеваем биту с битодержателем и получаем отвертку. Набор головок шестигранных коротких и головки длинные. В чем отличие 94 от 108 набора? В данном наборе нет головок Torx. Так, головки шестигранные. Под 1/4 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая 4. Самая большая на 14 мм. 6 граней. И под 1/2 дюйма у нас 17 головок. Самая маленькая на 10 мм, самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм, 225 грамм. Головки длинные, общее количество 13 штук, самая маленькая 6, самая большая на 22 мм. Наборы бит. Квадратом 1/4, с переходником уже. Ее можно использовать или с отверточной рукояткой, или с трещоткой, или с воротком одевать.
Общее количество бит под 1/4 – 18. И нижний ряд – это биты, которые используются с переходником под 1/2. Вставляете нужную биту и подсоединяете трещотку или вороток. Профили бит – торксы, шлицевые, крестообразные и шестигранные. Так, с комплектацией все. Далее материал, из которого инструмент изготовлен. Это хром-ванадиевая сталь. Полировка матовая инструмента. На инструменте нанесен номер по каталогу, то есть на всех единицах инструмента. Логотип Thorvik. И маркировка CRV, хром-ванадиевая сталь. Также на кейсе есть маркировка, допустим, если головка на 15, на кейсе маркировка 15 мм. То есть вы можете быстро найти нужный вам инструмент по размеру. Также промаркированы биты, трещотки и удлинители. Очень хорошо держится инструмент в верхней крышке. То есть, причем с трудом защелкивается. Это большой плюс, потому что инструмент не выпадает при перевозке. И не высыпается у вас верхняя крышка на нижнюю. То есть это очень большой плюс. Есть гарантия на сам инструмент, но нет гарантии на биты. Биты – это расходный материал. Запирание на пластиковой защелке. Соединяет кейс широкая пластиковая завеса. Габариты кейса. Ширина 38 см. Длина 30. Высота 8,5 см. Вес набора 5 кг 900 грамм. Главное, все закрывается. Видите, логотип Thorvik внизу на верхней крышке и информационная такая наклейка. Здесь указывается два рабочих квадрата, CRV, шестигранный профиль и профили бит, которые присутствуют в наборе. И также где набор изготавливается, сам адрес. То есть остров Тайвань, город, улица, там все подробно указано. Если ищете недорогой инструмент с хорошим качеством, с гарантией, то посмотрите к бренду Thorvik. У нас на сайте сейчас хорошая цена с акцией. И за подписку на канал, за оставленный комментарий дополнительно на канале, вы получаете еще доп. Скидку. Спасибо за просмотр. До свидания.